Леш, что за ссылку ты мне вчера прислала? Это смотри. Нет, мое. Лег я, значит, спать, и вот в час ночи приходит мне сообщение. ve%\45ve%\ Короче, после 30-го знака я прекратил свои тщетные попытки по ней перейти. Нет, ну неужели эти двое никогда не слышали про мини-сервисы, что длинные ссылки можно укоротить? А давай Андрея спросим, он все расскажет. Ох ты, маленький! А, все равно это слово не покажут. Вот такую вот ссылку встречал едва ли не каждый пользователь сети, да еще и не раз. Работать с подобного рода линками не то что затруднительно, буквально невозможно. Попробуй-ка ее надиктовать другу по телефону, а еще чего доброго отправить на память смс. Для получения красивого, емкого и короткого урла нам понадобятся сервисы по укорачиванию ссылок. Подобные ресурсы пользуются популярностью среди пользователей микроблогов, того же Твиттера, например. Здесь, как правило, действует ограничение на количество символов в одном сообщении – 140 знаков. Так вот, сервис по укорачиванию ссылок генерирует укороченный вариант огромного линка. Пользователь получает в ответ на запрос примерно такого вида URL. Ее можно открыть в любом браузере. В Казахстане подобный сервис находится по адресу murl.kz. Идея создания принадлежит Дармену Аманбаеву, веб-разработчику из Астаны. Он активный пользователь сети, в частности микроблогов в Твиттере. За основу идеи Дармен взял зарубежные сервисы по укорачиванию ссылок, зарегистрировал домен, написал код для сайта, заставил сервис работать. На сегодняшний день Murl.kz обработал и мурлифицировал более 6000 ссылок. Этому сайту скоро будет год. За это время он действительно вырос, можно сказать, уже стал большим, так сказать. Этот сайт уже знает, этим сайтом активно пользуется. Мы слышим как и негативные, так и положительные отзывы о сайте. Негативные стараемся уменьшать. В принципе, сайт делает свое дело. Ресурс прост в обращении. Достаточно ввести ссылку в специальное поле и нажать на кнопку «Укоротить». Несколько секунд и готово. Адрес заметно усох в размерах. Отправляй кому хочешь. Из последних нововведений на Murl.kz – интеграция с файлообменным сервисом namba.kz. Буквально месяц назад мы интегрировались с ними. То есть при закачке очередного файла, кроме тех ссылок для передачи, которые генерирует сама Namba, мы можем получить укороченный вариант этой рассылки через Murl. То есть таким образом идет интеграция двух сервисов. А теперь давайте рассмотрим и проверим на работоспособность зарубежные сервисы, которые превращают длинные ссылки в короткие. Самый часто используемый в сети – tinyurl.com. Он позволяет использовать предварительный просмотр ссылки на ресурс, куда будет выполнено перенаправление. Но его главный недостаток – генерируемые ссылки получаются не намного короче оригинала, экономия практически нулевая. Ресурс LinkedIn самый простой и понятный. LinkedIn предоставляет пользователю разные виды и варианты укороченных ссылок. Такие или вот такие. Больше всего мне понравилась возможность на сервисе устанавливать пароль на укороченные ссылки. Линки, которые генерируют сайт u.nu, самые маленькие. После обработки пользователю предлагается на выбор три варианта обработанных ссылок. Обычное в виде HTML-кода, а также в виде кода для вставки на форум. Мы рассмотрели лишь несколько основных и самых популярных сервисов. На самом деле, укротителей урлов множество. Главное, будьте начеку и думайте, что не все короткие ссылки ведут на нужные вам страницы. Для этого маленькую ссылку стоит превратить в большую. Как это сделать? Об этом в следующий раз. Для тех, кому не терпится, прямо сейчас на форуме нашей программы.